Боевики группировки «Исламское государство» перешли в наступление в районе иракского города Киркук. Командование курдских отрядов «Пешмерга» сообщило, что атака началась ранним утром в пятницу на юго-западной окраине города. Одновременно в самом городе боевики напали на штаб-квартиру местной полиции. По другим данным, они попытались захватить гостиницу рядом с бывшим зданием полицейского управления Киркука, где размещено много сотрудников сил безопасности. По меньшей мере 15 защитников города, в том числе командующий отрядами «Пешмерга» в регионе, бригадный генерал Ширко Фатех, были убиты. Около 50 человек ранены. Одновременно два мощных взрыва прогремели в районе Эль-Баб-эш-Шарки, иракской столицы. По меньшей мере 12 человек погибли и 30 были ранены, по данным источника агентства Рейтер в службах безопасности Ирака. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эти теракты, но главными подозреваемыми остаются боевики «Исламского государства». Накануне около 20 человек стали жертвами нападений и взрывов в пригородах Багдада.